Сегодня у нас радостное событие. Мы продолжаем нашу традицию вручения школьных автобусов. Особенно это важно для ребятишек, которые учатся в сельских школах, проживают в сельской местности. Вы, я думаю, все хорошо знаете, что у нас в сельской местности на автобусах в школу ездит и доставляется более 10 700 наших ребятишек. Это практически 52% от общего количества учащихся в наших школах. У нас в области существует 622 маршрута, на которых работают эти автобусы. И я хотел бы в этот день пожелать всем в преддверии нового учебного года, всем нашим ребятишкам, чтобы дорога в школу всегда была интересной, безопасной и увлекательной. И я думаю, что сегодня здесь мои коллеги, главы муниципальных образований, с достоинством организуют проведение Дня знаний, и мы после такого длительного перерыва сможем все вместе отправить нашу молодежь в школу и достойно начать новый учебный год. Муниципального образования Балаговский район. Верхние полки есть. Это наши отечественные автомашины. Слушайте, а раньше у нас здесь такой был шкаф, ящик. Да. А сейчас наверх пойдет.